Бесплатное медицинское обследование прошли либерчане. В рамках акции «Здоровый город» во Дворце спорта «Триумф» работал Центр здоровья, где любой желающий мог проверить свой организм и попасть к терапевту. Также в числе многих мероприятий в этот день состоялась выставка детских работ, приуроченная ко Всероссийскому дню трезвости. Пройти медицинское обследование в этот день мог каждый житель Люберец, который имел при себе паспорт и страховой медицинский полис. Во Дворце спорта «Триумф» Люберецкий центр здоровья предлагал целый комплекс бесплатных процедур. Антропометрические данные, берем анализ крови на сахар, холестерин, проверяем функцию внешнего дыхания. Пациенты, которые или посетители, которые курят, мы проверяем наличие содержания СО в крови и в легких. В дальнейшем делаем электрокардиограмму. Также проходит обследование у специалиста-офтальмолога. Проверяем прохождение сосудов. В завершении обследования, которое длится не больше получаса, пациент получает заключение терапевта и рекомендации. Где пациенту рассказывается его или дальнейшее обследование, или рекомендации по здоровому образу жизни. Кроме того, в рамках акции «Здоровый город» прошел конкурс агитационных плакатов «Здоровье, трезвость, жизнь». Всего в нем приняло участие почти 90 школьников, которые представили 44 работы. Самые лучшие работы сегодня принимают участие уже здесь, во Дворце спорта «Триумф». А лучшие – это были школы номер 7, которая заняла первое место, второе место у школы номер 8 и школа номер 59, третье место. Организаторами такого творческого конкурса выступили Управление образованием городского округа Люберцы и Дворец детского и юношеского творчества с целью пропаганды здорового образа жизни. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.